ЖКХ. Неверно насчитали оплату за тепло? Кому жаловаться? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. По вопросам начисления тарифов и применения коэффициентов вы можете обратиться в свою управляющую компанию. Делать это надо письменно. Заявление необходимо написать в двух экземплярах. Первый вы отдадите в УК, а второй оставите у себя. Однако на втором просите работника УК проставить печать, подписи, дату принятия заявления со входящим номером. Ответ от УК вы получите в письменном виде. Если вас не устроил результат жалобы на действия УК, вы можете обратиться в жилищную инспекцию своего города, а также в прокуратуру. Обращения с жалобами обязательно должны быть представлены в письменном виде. Ответ, как правило, приходит в течение месяца. Вот такой короткий ответ у меня сегодня получился. До новых встреч, друзья. Пока-пока.